Жителям острова Рейники вручили пожарное снаряжение и напомнили о правилах пожарной безопасности. Сотрудниками Главного управления МЧС России по Приморскому краю во взаимодействии с администрацией Владивостокского городского округа был проведен профилактический рейд с жителями острова Рейники по пожароопасному сезону. Были розданы памятки населению по правилам пожарной безопасности, соблюдению правил пожарной безопасности и действий в случае пожара. Также на острове создана добровольная пожарная команда, которой во время мероприятия были вручены комплекты боевой одежды, снаряжения и ветродуйки, которые станут незаменимыми помощниками в работе. Безусловно, мы ожидали этих спецсредств, потому что на острове Рейники не существует пожарного пункта. Вот мы добровольно создали эту дружину и планируем применять эти средства в противопожарных мероприятиях, а также для тушения пожара. Главное управление МЧС России по Приморскому краю призывает граждан строго соблюдать правила особого противопожарного режима. Анна Дьякова, новости на восьмом.